В заключительных сериях 4-го сезона сериала «Скорая помощь» Кулыгин навещает бомжа Борю в больнице. Костя догадывается, что тот был авиационным инженером, и принимается за поиски его родственников. Васильева слышит разговор Сан Саныч по телефону и разоблачает в нем шпиона. Сан Саныч признается Арифьевой, что был двойным агентом. Лера получает от бывшего на телефон фото избитого Руднева и соглашается на встречу. Кулыгин идет вместе с ней. Кулыгину звонит из Иркутска жена бомжа. Выясняется, что на самом деле его зовут Николай Столяров, и год назад он не вернулся из командировки. Сиверцева получает анализы Ломагина. У него нет лейкоза. В частной клинике анализы перепутали. Орлов обещает Кулыгину, что заведующий объединенной подстанции станет Арифьева. Психопат-муж пациентки появляется на подстанции и ищет Раю. К бомжу приезжает жена и дочь. Мать Леры сообщает Рудневу, что-то пропало. Психопат находит Раю в кабинете Арифьевой и стреляет. Кулыгин с Рудневым пытаются ее реанимировать.